Снова мы в нашей студии. У нас вот сейчас рядом со мной девушка Султанат. И мы сейчас проведем очередной сеанс по моделированию лица. И вот в данном случае наша пациентка, ей очень интересно это увидеть самой, ведь она себя внимательно разглядывает, потому что Султанат занимается профессионально занимается вопросами гимнастики для лица, вопросами какого-то изменения, омоложения лиц своих пациенток, своих клиенток, поэтому ей очень интересно попробовать, как же это выглядит на самом деле, какие ощущения. И после сеанса, я думаю, она с вами поделится, что же все-таки с ней произошло. И вот этот профессиональный уже взгляд на изменения, я думаю, вам тоже будет интересен, потому что одно дело, когда человек вот просто вот там видел до и видит после, а другое дело, когда человек понимает, как это происходит и как это вот бывает до и после. Ну и, соответственно, свои ощущения. Через полчаса мы вернемся, и Султанат с вами поделится, да? Есть что-то сказать, что вот сейчас? Да, я предвкушение. Ну ладно, хорошо. Тогда, да, тогда вот внимательно изучила, да, особенности своего лица, и расскажешь через полчаса, что же изменилось принципиально. Профессионально? Да, вот, да. Давид очень часто снимает у меня с языка выражение, потому что мы уже давно работаем и друг друга прекрасно понимаем. Именно вот момент профессионализма здесь очень интересен, поэтому мы хотим предоставить это вот для вас, для вашего внимания. Итак, прошу, говорится, на исходную позицию. Султанат, давай зеркало мы положим, да, дадим Давиду, чтобы оно нам не мешало. Мы к этому вернемся. Вот. А сейчас мы начинаем работать, и через полчаса встретимся в нашей студии, потому что ничего нового я не покажу. Все как обычно. Записывайте снова. Все как обычно. Да, как обычно. Значит, еще раз. Сейчас Султанат будет удивляться профессионально, потому что так не делают. Да, значит, мы работаем с половиной лица. Еще раз напоминаю, ну вот смотрите. С одной еще, половиной. С одной половиной, да. Лицо хорошенькое, молодое. Поэтому вот таких глобальных изменений просто оно не будет. Но, тем не менее, есть моменты, которые изменятся. Я уже вижу. Вот, и просто крем исключительно такой обычный увлажняющий, напоминаю, что это из хороших швейцарских западных кремов, вот, просто для того, чтобы руки скользили лучше. И вот работа пошла в том числе и по точкам. Берем определенные точки. Обратите внимание, что я говорил в предыдущем ролике, рука лежит и лежит не просто так, она выполняет определенный энергетический объем работы, да, вот на второй половине лица. Вот, и мы замыкаем своего рода биоэнергетическую цепь левой и правой половины. Порядок совершенно определенный порядок воздействия на точки, который регулирует сама моя рука. То есть ощущение вот воздействия, да, оно определяет само именно. Чувство. Я не могу предсказать, я не могу
определить, почему такой порядок, это абсолютно внутреннее ощущение. Это методика, которая... Что это за методика? Откуда она взялась? Эта методика взялась совершенно неожиданно, изучая работу специалистов. И, ну вот, для многих, может быть, кто-то не знает, я являюсь еще преподавателем массажных техник в нескольких колледжах Израиля, и студенты. Для тех, кто не знает, именно так мы с вами и познакомились. Да, да. Вот, и студенты, ну, люди пытливые, что-то ищут, что-то находят. И вот одна из студентов, которая была мечта заниматься, ну, вот примерно как Султанат, массажем лица, восстановлением повреждений каких-то на лице, нашла методику одного из специалистов, насколько я помню, из Беларуси, попробовала, и ничего не получилось. И вот она с этим ко мне пришла, и стали выяснять, разбираться, почему не получилось. И поняли, что не хватало воздействия на точки. И когда это все соединилось, вот, то получился результат, но я никак не мог понять порядок воздействия. То есть какие же точки, как надо. И, ну, как говорится, хотите верьте, хотите нет, но идея вот соединение этих методик пришла мне ночью во сне, она мне приснилась. И вот после того, как она приснилась, ну где-то полгода я, честно говоря, бился над решением этой проблемы, и вот среди ночи во сне мне пришло совершенно простое решение этой проблемы, и несколько раз я попробовал, как говорится, с очень хорошим эффектом. И так родилась эта методика, в общем-то, как говорится, сплав молодости, опыта и ощущений, вот, привело к созданию совершенно новой методики. Но молодость в данном случае не моя, а студентов, которых меня подтолкнули на решение такого вопроса. Ну, вот так это и родилось. То есть можно сказать, что это авторская ваша личная методика? Да, да. И, насколько я понимаю, она запатентована в России. Да. И с патентом, вот, мне его перешлют, и я его представлю на ваш суд через некоторое время. Крутанов, какие ощущения? Ощущения очень приятные, очень... Знакомые ли тебе? Опять-таки, я напоминаю, что ты профессионал именно в этой области. Да, знакомые, я знаю тоже массажные техники, которые воздействующие путем пульпации по активным точкам тоже. Но я как-то вот еще не вникала. Я так делаю, но вот чисто вот практически особо я мало это еще как бы ссылаясь на то, что я не совсем, то есть у меня практики мало в данном случае. Мы тебе постараемся научить кое-чему, сколько лучше.